Отец Небесный, я молю, чтобы Ты благословил, и наши сердца были открыты для Твоего Слова. И чтобы Ты дал нам Твое Слово и ободрил нас. У каждого есть Танах, каждый посмотрите, пожалуйста, на своем языке, я буду в основном читать на русском. Наше недельное чтение называется Шмини, на восьмой день. Таким образом дают название недельному чтению по первым словам, которые написаны в той же главе. Шмини. Восьмой. Помимо работ, параша шаву азоти нофелет баямей Песах. Часто эта недельная глава, она выпадает на Песах. Ве бигальзе умрим, кшанахну ломдим аль сипур шел Песах, анахну гам корим шминише. И поэтому говорят, когда мы читаем рассказ про Песах, и мы говорим про восьмой день, и который говорит также про Йом-Кипур. Многие люди думают, что вот этот вот рассказ, который о восьмом дне, и говорится про день искупления. И здесь основным моментом является жертвоприношение Богу. Если мы говорим про Песах и про День искупления вместе, это дает нам много ассоциаций и это дает нам мессианскую картину. Кто не знает, где это написано, это Левит 9 глава с 1 стиха. Вся эта ассоциация указывает нам на Машиаха, на будущего Искупителя. И мы знаем, что Иешуа, мы читаем в Новом Завете, что Иешуа пришел для того, чтобы исполнить свое призвание. Он был на Песах распят и потом воскрес из мертвых. Но вся эта жертва Иешуа, она была такая, как обычно происходит на Йом-Кипур. Были как два козла, которых выбирали одного перед Богом. Помните, что два козла выбирались на день искупления. Одного звали Иешуа, и второго тоже звали Иешуа. Варнава, то есть Бар-Аба, это его имя Иешуа. И второе имя, то есть его звали Иешуа Варава, Бар-Аба, Иешуа сын отца. И нашего Господа также зовут Иешуа, и он, естественно, был также Бар-Аба, то есть был сыном Бога, сыном отца. И того, которого отпустили, его называют, что он убийца и разбойник, и грубый человек, и так далее. Скорее всего, он таким и был. Но в модели того времени и даже в современной модели он был просто революционером, зилотом, который хотел силой добиться освобождения народа. И поэтому большинство народа выбрали силу, а не Божью руку. Не об этом моя сегодняшняя проповедь. Восьмой день.
Господь призывает Аарона, и он объясняет ему, как приносить жертву перед Богом. И в 9 главе мы читаем весь этот рассказ, все очень тщательное объяснение, каким образом приносятся жертвы. Во-первых, за собственный грех. Во-первых, за грех самого Аарона, священника. А потом за весь народ Израиля. И когда мы смотрим на все это действие, в конце 9 главы написано: «Веявоу Моше ва Аарон эль огель моэд, веяцу, веивреху эт хаам, веира квод Адонай эль кол хаам». ותצא אש מלפני אדוני ותוכל את ותוכל על המזבח את חעלה ואת חלבים וירא כל העם ויראו ויפלו על פניהם. Моисей и Аарон вошли в шатер встречи, и, выйдя оттуда, благословили народ. И всему народу явилась слава Господня. Огонь, пришедший от Господа, поглотил все сожжения и жир на жертвеннике. Увидев это, весь народ издал ликующий крик и пал ниц. Мы знаем, что во время Песаха, в дни Пасхи, ортодоксальные православные верующие, это русские или греки, ждут, что в Иерусалиме, в храме гроба Господня, сойдет на них огонь. До сих пор неизвестно, как это происходит. Мне кто-то объяснил, что там есть такое место, где постоянно горит огонь. Оттуда берут огонь и зажигают большой огонь. Но люди между собой говорят, что огонь сходит с неба. Так это или нет, я не знаю. Но здесь очень ясно написано, что Аарон и все священники и приносили жертвы. И что-то подобное произошло здесь, на горе Кармель, где вы будете в следующий Йом Шиши. Сошел с неба огонь. Это не был маленький огонь. Это был всепоглощающий огонь, который пожирал все жертвы, находящиеся там. Огонь с неба. Как в мартеновских печах, когда плавили железо. И это просто огонь, который пожирал все вокруг. И все были в страхе, в трепете перед Господом, настолько великое произошло там. И мы знаем, что Господь вмешивался во все священство Аарона, и все это было под его крылом, под его руководством. И весь народ видел это. Но в 10 главе есть немного сумасшедший рассказ. После всей этой гармонии вдруг Надав и Авиуд, два старших сына Аарона, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. А сыновья Аарон и Надав и Авиуд, взяв свои кадильницы и положив в них горящие угли и благовония, принесли Господу чуждый огонь, чего он им делать не велел. Перешел огонь от Господа и сжег их, они умерли перед Господом. Во-первых, это было подсчетчено всему народу. Просто подумайте на минуту.
пару минут назад приходит огонь с неба. И там была слава Господа и страх Божий. И к большому сожалению, мы не очень сильно здесь переживаем так называемый Божий страх. Иногда, когда ты молишься, и ты чувствуешь, что на тебя сходит Дух Господа, и ты наполняешься Божьим страхом. Сколько раз в жизни я... Пару раз в жизни я действительно глубоко переживал это чувство, Божий страх. Когда было для меня нечто сверхъестественное. Кто из вас когда-то чувствовал, и что такое Божий страх, более или менее? Богдан сиперли, что лифней кама ходашим хавает ират Адонай, они маамин меод. Богдан рассказал мне, что пару месяцев назад он пережил это чувство Божий страх, и я этому очень верю. Только 15 человек здесь во всем зале. Другие ничего такого не чувствовали. Послушайте. Я посмею сказать, что те даже, которые глубоко переживали присутствие Бога, это ничто по сравнению с тем, что происходило там, когда сошел огонь. Потому что все было открыто. Очень сильно. И все было очень интенсивно. И вот после этого Надав и Авиуд. Мы иногда есть детские библейские мультики, когда мы видим двух молодых людей, которые заходят в это место и падают замертво. Но Надав и Авиуд, эти двое были где-то, им около 90 лет было. Они совершенно не были молодыми. Они были мудрыми. Они знали Божий голос. И вот сделали этот балаган. Я хочу немножко углубиться в этот вопрос. Я хочу немножко изучить этот вопрос. Я думаю, что мы сможем из этого рассказа и об этих двух людях для себя нечто взять и выучить. Если мы читаем автору из этого рассказа, кто читал автору этого рассказа? Те, которые не читали. Представьте, какое место в Танахе подходит этому месту также. Окей, Анания и Сапфира. Яфе. Од. Нахон меод. Бецем автора классит. Классическая автора. Это рассказ, когда Давид принес ковчег и в Иерусалим был по дороге. И Озия пытался поддержать ковчег Завета, чтобы он не упал, и тут же упал замертво. И если бы я подумал о параллельном месте из Нового Завета, то Каролина уже сказала рассказ про Сапфиру и Ананию. Не совсем, может быть, но не совсем я думаю, согласен. Потому что намерение Авиуда Надава и Авиуда и также Озии были благими, они хотели сделать что-то хорошее, но те двое они просто соврали. Тахшиву алейзи шумаком шаитим миштамшим ке хагбалали маком азе
Подумайте, какие еще другие есть места в Новом Завете, которые могут примерно такие, такая же история. Новый Завет. Окей. Ифшар. Ну. Товарищи, тем курим брита хадаша. Вы Новый Завет читаете? Кто? Брита хадаша. А, кадама? Когда молились? Ну, упашут яшан, маешь. Зате у ната вода, у яшан. Юноша, когда упал замертво, это было... Производственная травма. Во время молитвы спать не надо, вот что. Окей. А ты мистаклим кахалезищу даварма си, беседер, яфе. Так чего эзи маком, кеак балами даберет алейхем, мебрита хадаша, ше маком мамаш тоэм ле ситуация. Вы говорите про действие. Окей, яфе, яфе. Цитата, что Миша, вам нужно Михаил, уже быть учителями, а вы как дети. Павел, по всем городам ему говорили, не ходи туда. Не ходи туда, зашибет. Окей. Эй, зеод, от. Окей. Каждый, конечно же, прав. А мне больше нравится место в Евреях 12 главе, где написано, что все, что происходило во время дарования Торы, было страшное и великое. Но написано, что мы даже еще не подошли к горе Синай. Но мы подошли к месту, где находятся ангелы, к очень чувствительному месту. Я хочу прочитать этот стих. Написано в посланиях к евреям 12 главе. Мы еще пока не зашли в наше изучение, я просто прохожу с вами параллели. В 12 главе написано с 18 стиха. А ведь вы приблизились не к чему-то, осязаемому, как гора Синай, с ее пылающим огнем, тьмой, мраком и бурей, ревом трубы и голосом Бога, говорившим такие слова, что услышавшие их умоляли Бога не говорить с ними больше, потому что для них непосильно было требование. Даже животное, если прикоснется к горе, должно быть побито камнями. И так страшно было сие зрелище, что Моше сказал, мне страшно, я дрожу. Вы же, пасук Исрим Вештайм, 22 стих. Вы же приблизились к горе Сиону, городу живого Бога, небесному Иерусалиму, к мириадам ангелам, к праздничному собранию Божьих первенцев, чьи имена записаны на небесах к Богу, судьи всех людей, к духам совершенных праведников и к посреднику нового договора с Богом, Иешуа, чья окропляющая кровь обещает лучшее, чем кровь Авеля. Аз аня эти бонета... И если бы мне нужно было выбрать место в Новом Завете, автора в Новом Завете, так я выбрал бы это место. Но мы возвращаемся к нашему рассказу. Автоматически. Обычно, когда говорят, почему Надав и Авиуд умерли, и упали и умерли, говорили, принесли чуждый огонь. Но я увидел несколько толкований, которые меня захватили. И вот есть три пункта. Первый пункт. Никуда решена. Первый пункт. Да,
Мы учим с первого стиха. Вейкху бне Аарон надав авиут иш мехатато. Надав и Авиуд, сыновья Аарона, взяли каждый свою кадильницу. Вейтну баем эш, веишмиу, веясиму алея кторет, вейкарву лифней Адонай. И положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли перед Господом, написано, огонь чуждый. Это потом, про чуждый мы потом. Ахареш зара нахну нельмад вон меат. Макета по. Что здесь, о чем мы здесь говорим? Если это Йом-Кипур, кто должен был пойти в Святое Святых? Только один человек, великий первосвященник. И здесь мы видим инициативу, которую Господь не принял. Заповедь была очень ясная, что не два, не три, а только один великий первосвященник мог зайти внутрь. Я не знаю точно. Я не знаю точно, но мне так кажется, что Господь хотел сохранить символику того, что в один день только один, единственный, не два и не три, смогут принести действительно искупление всему народу. И поэтому потом в Деяниях апостолов написано: нет другого имени под небом, кроме имени Иешуа Машиаха, которым мы спасаемся. И несмотря на то, что Надав и Авиуд были очень духовными, мудрыми и сильными людьми, в тот момент вся их инициатива была не к месту. Потому что эту должность нес на себе только их отец Аарон. Но у меня есть еще одна мысль. Каждый из них взял свою кадильницу. Совок. Каждый взял свой совок. И я подумал. И некоторые толкуют этот момент, что у каждого были свои мысли. Каждый хотел это сделать своим образом, то есть они даже в этом действии не были едиными. И что мы учим из этого примера? Первое. Не всегда мы должны ко всему прыгать. Есть вещи, которые не для нас. Это как немножко спустить нашу гордость. Есть люди, которые будут главами правительств, но не каждый должен быть главой правительства. Нам каждому нужно найти свое место. И тогда мы можем действовать согласно Божьему желанию. Вторая мысль. Если мы выходим на какую-то дорогу и хотим что-то сделать для Господа, тогда его совок не должен быть моим совком. Должно быть нечто общее. Общее понимание. Мы видим в Новом Завете, когда Господь посылал, когда Иешуа посылал своих учеников благовествовать или делать что-то другое, Он посылал их по двое. И сказал им: будьте едины.
Не каждый в своем стиле. И тогда один поддерживал другого. Мы живем здесь в мире индивидуализма. И весь интернет полон различных коучеров, как это, инструкторов. Как преуспеть? Посмотрите на этого и на этого. Но все эти образы, в основном они индивидуалисты. Но кейла, община, это она из от слова общество. И вся проповедь Нового Завета такова, чтобы мы вместе поддерживали друг друга. И каждый поддерживает друг друга и дает от себя то, что он может дать. Никуда ж не я. Шлишит. Второй пункт. Второй момент. Еще одна мысль. Район. Идея. Я вижу, что вы разговариваете друг с другом. Пожалуйста, послушайте меня. Надав и Авиуд несу лигром лелухим, попытались заставить Бога дать им другой большой ответ. Уже был ответ. Сошел огонь с неба. Но они хотели что-то другое. Что это значит? Они хотели побудить Бога. К чему? Я дал вам немножко предыстории. Народ израильский вышел из Египта. Они подошли к горе Синай. Моше взошел на гору Синай и получил Тору. Господь сделал заповеди Завета. И перстом Божьим было написано все, что Бог хотел написать. Но в этот момент народ израильский впал в идолопоклонство. Мы знаем, что когда Господь производит что-то, это что-то прекрасное. И что было в руках у Моше в то время, это было 100% Божьей работы, не 50%, а 100%. И я помню, как есть одна мессианская верующая в Иерусалиме, Юлия Блюм, как она истолковала этот вопрос. Она сказала, что если Господь сам высек эти, как они называются? Скрижали и своим перстом на них написал, то это было нечто живое. Я не совсем понимаю всю эту идею. Но идея такова, что если бы народ в то время не согрешил, то эти скрижали, когда Моисей бы их спустил вниз, могли бы повлиять чудесным образом на весь народ. Но народ впал в идолопоклонство. И Моше в гневе разбил скрижали. И тогда многие толкователи говорят, что вся структура של הקורבנות הייתה כעונש בגלל העבודת האלילים. Что все это, вся эта структура жертвоприношений была как в какой-то мере наказанием за то идолопоклонство. ואלוהים פשוט נתן לעם ישראל
את כל המערכת המסובכת הזאת עם כל כך הרבה קורבנות. И Господь дал всю эту сложную систему с огромным количеством жертвоприношений. שכל העם לאט לאט יכול ללמוד ולהרגיש בדמם, בנפשם, את כל הכובד של чтобы весь народ на своем теле и в своей душе понял всю тяжесть того греха. И они многие годы, многие эпохи должны были и приносить эти жертвы. Но Надав и Авиуд подумали, давай мы сделаем нечто более прогрессивное. Давай мы побудим Бога к чему-то другому. И Он даст нам такой более мессианский революционный ответ. Ответ был такой, что они оба умерли. Чему мы учимся из этого? Кто из вас знает такое выражение, как ты хочешь это перевести? Крайний человек. Экстремист. Экстремистов мы не любим. Но мы знаем, что у нас есть люди с более такими экстремистскими мотивами. Они хотели быть по, бамаком. Они мамин бэлухим. Они отцум, ямим бэлайла. Я хочу быть в этом месте, я верю в Бога и буду поститься день и ночь. Питом махшивам иги элав. Они отцум. И вдруг к нему приходит мысль, и он говорит, я буду поститься неделю и месяц. Или каждое утро 4 часа я буду молиться. Где-то 12 лет назад у нас в общине был парень один. Он учил об утренней молитве. Очень хорошо учил. Он говорит, я привык вставать в 4 утра. 2-3 часа я молюсь. И он, в принципе, ободрял людей, чтобы делали это. Только одно сказал, он не сказал. Что после 3 часов молитвы он потом идет спать. А вы после 3 часов молитвы должны пойти на работу. И я потом увидел, что некоторые люди бледными ходили в общине. Это крайность или экстремизм. Мы очень любим корейцев. У них в крови крайности. Они могут 4, 5, 6, 10 часов молиться. Когда меня приглашают в Корею на подобные мероприятия, я говорю, то, что здоровье приносит корейцу, еврея убивает. Крайность. Каждый день я буду читать 30 страниц. Неделю, две тебя хватает на это. А потом ты чувствуешь усталость или что-то в этом роде. Но проблема крайних людей не в этом. Крайние люди, которые любят крайности, они день, два, максимум неделю ходят в Божьем. Иногда год. Если есть здоровье, ходят в таком страхе Божьем. А потом ты их вообще они исчезают. Где он или она? Оставили. Подружку себе нашел в Тель-Авиве. К сожалению, к большому, я это видел. Крайность — это всегда плохо. Ше бас и идбаца.
И здесь мы видим эту крайность, которая на своем пике и воздействовала в нашем народе. Почему мы изучаем это? Чтобы каждый мог увидеть крайности в себе. Да, нам нужно с ревностью искать Бога. Но также нам нужно быть открытым для совета, для мудрости, для понимания. И если Господь всю систему жертвоприношений поставил как исправительную систему для народа Израиля, то он и установил время, сколько лет нужно народу, чтобы научиться тому, что он хочет научить. А по-другому, может быть, эти двое поняли всю идею, а 10 миллионов остальных нет. Если мы потом читаем в 11 главе и 12, есть там следующее. Не пей вина, когда ты приступаешь к Божьему служению. Так что Господь говорит, вообще не пейте вина? Нет. Он против экстремизма. В общинах в бывшем Советском Союзе говорили, нельзя пить алкоголь. Так написано в Святых Писаниях. Я извиняюсь, но так не написано в Святых Писаниях. Просто в бывшем Советском Союзе есть такое выражение. Заставь мужика Богу молиться, он что сделает? Это экстремистское выражение. Что это значит? Это в крови многих. Если я беру пить алкоголь, это не будет стопка. Это будет бутылка. И болезнь экстремистов такая, что они пьют до одурения. Для того, чтобы просто напиться, и это уже грех. Но Святые Писания объясняют нам, все хорошо человеку. Если мы можем сохранять баланс. И потом написано еще кое-что. Таким образом приносите жертвы. Или так избирайте, что кошерно, что нет. Например, Господь призывает наш народ или вообще всех верующих и использовать свой мозг. Использовать голову. И почувствовать, это хорошо мне или нет. А если у тебя не достает мудрости, ты можешь посоветоваться с другими людьми. Здесь мы учим, что когда человек впадает в крайность, и реакция ответная не будет хорошей никогда. Очень-очень важно, особенно для людей, есть между нами такие люди, иногда у них в жизни есть крайности. Нужно немножко остановиться. И всегда и научиться сохранять баланс. Тогда ты будешь преуспевающим. И тогда ты увидишь все происходящее. Я ясно выразился? Понятно? Еще одна мысль. Или третий урок. Надав и Авиуд ихнису эш
Надав и Авиуд принесли пред Господом огонь чуждый. Так написано. Я все время думал, что они сделали смесь неправильную. И вдруг у меня появляется другая мысль. И вдруг я вижу, что так это и толкуют. Это не был другой огонь. Просто некоторое время назад спустился огонь с неба. И они хотели восьмой огонь, небесный огонь, заменить на тот огонь, который зажигают у себя в печах. Вы чувствуете, что я имею в виду? Вдруг человек хотел огонь с небес заменить другим огнем. Конец 9 главы, здесь написано, что сошел огонь с неба. Действительно, огонь с неба. Возьмите оттуда огонь. Почему вы хотите в свой огонь принести? Вы что, хотите соревноваться своими делами с Божьими делами? Я тут же ко мне в голову приходит книга пророка Захарии. Там в 4 главе написано: «Ло бекохи вело бе яхолти эле беруах Адонай». Не своей силой, не своей возможностью, но духом Господа. Еш амон дварим шанахну кен црихим лиштамеш коах шелану. Есть очень много вещей, которые мы можем сделать своей силой. Аваль еш дварим шанахну црихим литпалель вливакеш меэлухим. Но есть вещи, когда мы должны молиться перед Богом и просить помазания сверху. Но наш век, мы очень материальный. Мы привыкли делать многое без молитвы и без веры. Но Иешуа не отменил эти вещи, которые он сказал. Если хотите что-то великое сделать для Бога, просите, и дастся вам, стучите, и отворят вам. Он не говорит: «Встаньте и сделайте это». Я хочу сказать всем нам и себе тоже. Я вижу, что когда мы принимаем решение что-то сделать, мы действительно преуспеваем. Но иногда, даже когда ты преуспеваешь, если ты чувствуешь, что что-то двигается, иногда ты чувствуешь, что полного удовлетворения и удовольствия от этого ты не испытываешь. И если ты допускаешь мысль, ты думаешь: может быть, я сам это сделал. Возможно, Господь не благословил это. У кого из нас был такой опыт, что мы сделали что-то? Делали, 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 и в конце концов это произошло. Но внутри нет удовлетворения. Возможно, все вышло хорошо, но чего-то не достает. Это вот то, что здесь имеется в виду. Когда тебе Бог дает огонь с небес, не пытайся зажечь свою зажигалку. В ней нет никакого смысла. Если Господь дал тебе подарок, проси у него бензин с неба. И тогда ты не только будешь преуспевающим, но также будешь радостным человеком.
Так я читаю про наших отцов. Написано про Авраама, Ицхака и Якова. Когда они шли умирать, написано про каждого из них. Они были насыщены днями, радостными, что они все сделали в своей жизни. И написано в послании Ефесянам 2 главе 10 стихе, что наша вера в Машиаха помогает нам помогает нам совершать все благие дела, которые Господь дал нам сделать. Когда мы верим, и мы иногда говорим, что есть много неверующих, тоже хорошие вещи делают. Когда мы с верой приносим все перед Иешуа, или мы просим Его помощи, мы можем зайти в такое место, где весь наш драйв мы получаем с небес. И тогда то, что мы делаем, приносит и радость, и плоды, и влияет на нас. Я хочу завершить этим отрывком Писания. Тазмину Элохим ле приглашайте Бога больше в свою жизнь. И тогда вы увидите и удовлетворение, и благословение. Я хочу на этом завершить и помолиться. Авину шебешамаем. Небесный Отец, ани модел леха авур лимуд шекибальну месефер Тора. Я благодарю Тебя за то учение, которое мы получили из Торы. Гадварим аэле ше эти вещи, которые Ты приносишь нам, возрождают в нас многие мысли. Я молюсь, чтобы мы продвигались в страхе Твоем, и чтобы мы могли получать от Тебя Твое благословение и направление. Наполни нас желанием искать и руководство и благословение с небес. И не всегда полагаться на свою силу. И я молюсь, Отец, чтобы мысли, мысли и планы, которые у Тебя есть для нас, чтобы могли мы их исполнить. Помоги нам в этом, Господь. Во имя Иешуа Машиаха. Аминь. Аминь.